Домик готов. Крышу сделали. Сейчас снег насыпал. Вовремя мы все сделали. Вот сейчас я протру. И со всех вот. Это крыша у нас такая, вот. Линолеум. Наш, снимай. Вот. Андрюша не отдает. Сам не хочет ничего делать. Вот. Вот она какая. Красота. У нас попереду вот. Там еще, конечно, покрасим мы кое-чего. Вот. Да что ты, так ярко. Он там уже Андрюш покрасил, он видно сиреневый. Вот этот верх тоже над дверью покрасим. Зелененький или еще какой. Вот. А это у нас крыша линолеум. О, какой линолеум. А мы хотели, а железную мы не стали, потому что вот это место будет железное, она будет бегать, себя может поранить. А так он мягенький, ничего с ним не будет. Вот крыша какая у нас. Вот. Это первая комната. Это крыша наша. Это вторая комната. Вот это крыша наша. Вот. Здесь крыша, это самая, она 2,5 метра. Андулин. Да, почти что 2,5. 2,30, что ли. Ну, как дверь. Вот. Все вот так под крышей. Вот как хорошо. Вот. Вот такой у нас домик. Квартира двухкомнатная. Давайте обснимаем. Показывай, что там у тебя еще есть. Вот. Вот дверь. Вот так. Оп. Ну, мы еще дверь будем. Вот. Вон там дверь входная. Мы это ковриком забили. А сюда положим мы матрас. Матрас. Вот. А здесь еще застежка у нас. На застежку здесь будет. Вот так. Ой, как мне нравится. Как мне нравится. Спасибо Андрею Алексеевичу. Какой дом построили. Молодец. Снег идет. Снег идет, да, уже зима. Все. Ну, вот такие дела. Устали. Как не знаю кто. Ну, пройдись. Да, проходи. Ой, ну уж сколько проходить-то. Уже ходили. Все. Вот такие дела. Ну вот, красиво, хорошо. Ну, здесь у нас будет это самое. Здесь вот навес, Вот он какой навес. Вот так. Ну и все. А здесь дверька будет. Мы здесь дверку сделаем. А дверька это временная, пока щенок. Когда щенок вырастет, мы эту дверь не будем вешать. Ну вот и все. Ой, здесь у нас фонарь включили. Уже время 5 часов, не видно нифига. Вот такие дела. Вот, фонарь у нас здесь. Сейчас пойдем домой. Руки замерзли, нос замерз. Андрей Алексеевич, он съежился. Руки все замерзшие. Нос красный, синий он. Ну, вот такие дела. Все. Вот так. Ну, все, будьте здоровы. Так, на что он жевать? На квадрате?